Штурмовая группа уверенно продвигалась вперед. Под прикрытием дыма бойцы перебегали от укрытия к укрытию, короткими очередями расчищая себе дорогу. Шел апрель 1945 года. Красная армия добивала врага в Восточной Пруссии. Третьего Белорусского фронта маршал Василевский удовлетворенно отслеживал по карте боевую работу частей. Он не скупился на похвалы, но мало кто из командиров и командующих догадывался о том, что мысленно маршал уже отбирает достойных для новой важной миссии. Из воспоминаний Василевского. То, что мне придется ехать на Дальний Восток, я впервые узнал летом 1944 года. После окончания белорусской операции Сталин сказал, что мне будет поручено командование войсками Дальнего Востока в войне с Японией. Иногда советскую дальневосточную кампанию против Японии объясняют имперскими амбициями Сталина. В действительности инициаторами участия СССР в войне с Японией стали союзники. Общая договоренность об этом была достигнута на Тегеранской конференции. Василевский Александр Михайлович из семьи священника окончил духовную семинарию. Мечтал стать агрономом или землемером, но в Первую мировую войну принят на службу прапорщиком. Великую Отечественную встретил генерал-майором в генеральном штабе Красной армии. С июня 1942 года начальник генштаба. В феврале 1945 заменил погибшего Черняховского в качестве командующего Третьим Белорусским фронтом в Восточной Пруссии. 5 апреля 1945 года, когда на улицах Кёнигсберга еще шли бои, советское правительство денонсировало пакт о нейтралитете, заключенный с Японией в 1941 году. Несмотря на его подписание, доверия между двумя странами не было, и с 1941 по 1945 советское руководство держало на Дальнем Востоке группировку примерно из 40 дивизий. Два дота на флангах. Дистанция 3 километра. Гарнизон увеличивается. Вот здесь. Прибыло 3 грузовых автомашины. Денонсация пакта фактически стала предупреждением японцам о вступлении СССР в войну против Японии. Для активных действий советские войска на Дальнем Востоке требовалось существенно усилить. После победы в Восточной Пруссии 5-я и 39-я армии отправились на Дальний Восток и в Забайкалье. Позднее из освобожденной Чехословакии туда же направились 53-я армия и 6-я гвардейская танковая армия. Эти две армии имели опыт наступательных действий в гористой местности в Румынии, Венгрии и Австрии, что очень пригодилось в условиях Дальнего Востока. Самохин, я к тебе побегаю! А ну марш в вагон, я тебе вот сказал! Вот он я, тут-то! Победившие германский фашизм солдаты двигались на родину. Они еще не знали, что война для них не закончилась. Еще в 1931 году, до прихода к власти Гитлера, Япония начала агрессию в Маньчжурии. Развертывание ею тотальной войны в Китае, военные конфликты у озера Хасан и реки Халхин-Гол в Монголии стали прологом мировой войны. Япония развернула широкую экспансию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не останавливаясь для достижения своих целей ни перед какими преступлениями.
Поражение Германии стало убедительной демонстрацией силы антигитлеровской коалиции, ядром которой в Европе был Советский Союз. 26 июля 1945 года на Потсдамской конференции представители США, Англии и Китая опубликовали декларацию, в которой Японии недвусмысленно предлагалось капитулировать, угрожая ей окончательными ударами. Реакция на декларацию была нелогичной, но предсказуемой. Японский премьер-министр Судзуки заявил: «Мы игнорируем ее. Мы будем неотступно продолжать движение вперед для успешного завершения войны». Возможно, японский премьер был бы сговорчивее, если бы знал, какие именно удары ждут его страны. За несколько дней до объявления декларации в Нью-Мексико в режиме полной секретности американцы испытали первую атомную бомбу. 26 июля 1945 года крейсер «Индианаполис» доставил на американскую базу на острове Тиньян атомную бомбу «Малыш». 28 июля начальник Объединенного комитета начальников штабов Джордж Маршалл подписал приказ на боевое применение ядерного оружия. Основной целью американской ядерной бомбардировки была Хиросима. Запасными – города Кокура и Нагасаки. Население Хиросимы в ходе войны достигло 380 тысяч человек, но постепенно уменьшалось вследствие эвакуации. На время атаки в городе находилось около 245 тысяч человек. 6 августа, 8:15 по местному времени, Б-29, находясь на высоте свыше 9 километров, произвел сброс атомной бомбы на центр города. Взрыватель был установлен на высоту 600 метров над поверхностью. Взрыв, эквивалентом от 13 до 18 тысяч тонн тротила, произошел через 45 секунд после сброса. В результате взрыва мгновенно погибло до 80 тысяч человек. К концу 1945 года в связи с действием радиоактивного заражения общее количество погибших составило от 90 до 166 тысяч человек. По истечении 5 лет общее количество погибших от заболеваний, связанных со взрывом, оценивается 200 тысяч человек и более. Через 3 дня, 9 августа, американская атомная бомба мощностью эквивалентной 21 тысячи тонн тротила была сброшена на японский город Нагасаки. Согласно отчету префектуры Нагасаки, люди и животные погибли почти мгновенно на расстоянии до 1 километра от эпицентра. Почти все дома в радиусе 2 километров были разрушены, а возгорающиеся материалы воспламенялись на расстоянии до 3 километров от эпицентра. Количество погибших к концу 1945 года дошло до 80 тысяч человек. По истечении 5 лет общее количество погибших с учетом умерших от рака и других воздействий взрыва могло превысить 140 тысяч человек. Однако ядерные удары не вынудили Японию к капитуляции. Кроме жителей Хиросимы и Нагасаки, никто из населения не знал о разрушительных последствиях бомбардировок. Ничего не было известно и о воздействии проникающей радиации. Японское правительство никак не прореагировало на применение ядерного оружия вплоть до окончания войны. О другом ударе японское руководство уже догадывалось. Их разведка докладывала об интенсивном движении эшелонов по Транссибирской магистрали. СССР готовился к войне. Хотя проигрыш в войне стал очевидным, японцы надеялись на приемлемые условия капитуляции. Американцы вели бои на Окинаве в 1000 километрах от японских островов. Эти бои показали союзникам, что высадка в самой Японии будет трудной и кровавой. Война грозила затянуться как минимум на 1,5-2 года из-за отсутствия у союзников достаточных сил.
они имели всего 2,5 миллиона человек против 7 миллионов 200 тысяч японских солдат. Количество жертв было бы огромным. К этому времени только в Китае погибло уже свыше 35 миллионов человек. В этих условиях кардинально изменить ход войны могло только вступление в войну против Японии Советского Союза, обладающего колоссальным опытом ведения континентальных военных действий. Наступление в оккупированном японцами Китае не обещало советскому командованию быстрого успеха. Но удар следовало нанести в действительно значимом для императорской Японии пункте. Таким местом стал северо-восточный район Китая – Маньчжурия. Маньчжурия, а также колониальная Корея имели для Японии большое военно-экономическое значение. Здесь добывался уголь, железная руда, цветные металлы. В этом промышленном регионе производились чугун, сталь, электроэнергия. Сюда японцы эвакуировали многие военные заводы. Здесь производилось 55% японского синтетического горючего. Отобрав у Японии Маньчжурию, союзники могли вынудить ее капитулировать. Через Большой Хинган и всю Маньчжурию на танках перейти? Это тебе не шоссе Франкфурт-Берлин. А еще через пару недель дожди пойдут. С горючкой проблемы будут. Я вот что предлагаю. Значит, берем... Даже при одном взгляде на карту театра военных действий его размеры поражали. Только по площади Маньчжурия равна Германии и Италии вместе взятым. Ее центральная равнинная часть подобна крепости, окруженной естественным валом из горных хребтов. Но задействовать против японцев полностью те же силы, что сокрушали Германию, было невозможно. Дальний Восток связывало с центром страны небольшое количество дорог, и нереально было бы снабжать по ним крупные силы. Да и дорожная сеть самой Маньчжурии оставалась довольно бедной. Вооруженные силы Японии держали в Маньчжурии группировку войск, которую порой ошибочно называют «Квантунской армией». Она по своим размерам соответствовала Советскому фронту или даже группе фронтов. К августу 1945 года в ней насчитывалось около 700 тысяч человек. Помимо этого, японцы имели союзников в лице армии марионеточного государства Маньчжоу-го и внутренней Монголии численностью более 200 тысяч человек. В Северной Корее, на Южном Сахалине и Курильских островах находилось еще около 280 тысяч японских войск. Командовал квантунской группировкой 64-летний генерал Ямада Отодзо. Ямада Отодзо служил в кавалерии, затем на штабных должностях, включая пост начальника Японской военной академии. В войне с Китаем командовал армией, далее занимал должность генерал-инспектора по боевой подготовке войск. С июля 1944 года командующий квантунской группировкой. Ямада сразу сообщил верховному командованию, что сплошная оборона границы бессмысленна ввиду ее большой протяженности. Поэтому в пограничной зоне остались только войска прикрытия с задачей задержать продвижение советских войск вглубь Маньчжурии. Главные силы сосредотачивались в районе основных узлов дорог в центральной Маньчжурии, где готовились к развертыванию на любом направлении с целью дать генеральное сражение на равнине. Советское командование планировало маньчжурскую стратегическую операцию как операцию на окружение. Наносилось 2 основных встречных удара с территории Монголии и со стороны Советского Приморья. С запада удар наносил Забайкальский фронт маршала Родиона Малиновского. С востока – Первый Дальневосточный фронт Кирилла Мерецкого. Расстояние между ударными группировками составляло около 3000 километров. До встречи друг с другом войскам предстояло пройти 1500 километров. Удобнее всего было бы наступать вдоль китайско-восточной железной дороги, КВЖД, соединявшей Читу и Приморье. Здесь горный массив Большой Хинган пересекало единственное шоссе, не раскисавшее в плохую погоду. Но этот маршрут преграждали японские укрепрайоны. Ситуация усложнялась невозможностью воздушной разведки вражеских позиций, так как СССР и Япония не находились в состоянии войны. Любой перелет границы стал бы серьезным ее нарушением.
Укрепрайоны предстояло атаковать почти вслепую, а их только в Маньчжурии насчитывалось 17. Малиновский уже имел опыт наступления в горных районах Южной Европы. Именно его фронту передали 6-ю гвардейскую танковую армию. Мерецков же еще со времен Финской войны считался специалистом по взлому укрепленных полос обороны. В Забайкалье и Приморье отправились и ветераны сражений за Восточную Пруссию и Курляндию, генералы Белобородов, Чистяков, Лучинский. К началу августа 1945 года советское командование сосредоточило на Дальнем Востоке около 1 747 тысяч человек, 5250 танков ИСАУ, 5100 самолетов. Японцы рассчитывали окружить и разгромить Красную армию под Мукденом. Генерал Ямада достаточно точно предсказал направление главных ударов Красной армии, но ошибся в оценке противостоящих ему сил. На пути наступления 6-й гвардейской танковой армии генерала Кравченко лежал горный хребет Большой Хинган. Он отделял Забайкалье и Монголию от Маньчжурской равнины. Если бы японским войскам удалось занять оборону на этом естественном рубеже, то советский план мог бы провалиться, не успев начаться. В плане наступления армии Кравченко значилось не позднее 5-го дня с начала операции преодолеть Большой Хинган. Отставание от этого срока могло привести к срыву всей кампании. На Ялтинской конференции в феврале 1945 года Сталин пообещал, что СССР вступит в войну с Японией ровно через 3 месяца после окончания войны в Европе. Однако он не мог подумать, что обещание будет выполнено буквально. В ночь на 9 мая была подписана капитуляция Германии. Ровно 3 месяца спустя советские войска в Приморье вступали в войну против Японии. Август в Маньчжурии – период дождей. С 8 августа хлынули ливни. Уровень воды в реках поднялся на 2-4 метра. Горные реки и ручьи, легко проходимые в сухое время вброд, превратились в бурные потоки. Операция на Дальнем Востоке стала одной из немногих начатых ночью. Прямолинейная атака японских позиций в таких условиях привела бы к огромным жертвам. Поэтому командование отказалось от традиционной артиллерийской подготовки. Она бы предупредила противника о начале боевых действий. Решение подсказал опыт войны с Германией. Ну и погодка, черт бы ее побрал. Сколько там еще? 34 минуты. В дивизиях сформировали сильные штурмовые отряды, поддержанные самоходками ИСУ-152. Внезапным ночным ударом им предстояло блокировать вражеские доты. Основу штурмовых отрядов составляли разведчики и наиболее опытные бойцы. Они вооружались автоматами, ножами и брали с собой по 6-8 гранат. Для опознания своих в темноте к пилоткам и гимнастеркам солдаты пришивали куски белой материи. Чтобы в темноте не попасть в своих, на окрики «Кто?» всем предписывалось отвечать одно и то же – «Петров». В час ночи 9 августа под прикрытием темноты и грозового ливня передовые отряды войск 1-го Дальневосточного фронта бесшумно двинулись к позициям врага. Впереди шли разведчики и тянули за собой телефонный кабель, служивший ориентиром для штурмовых отрядов. Самохин, где вторая катушка? Не спи! Иди сюда! На командных пунктах потянулись долгие 2 часа ожидания. Именно столько времени требовалось, чтобы выйти к первым укреплениям японцев. Если бы ночная атака захлебнулась, то пришлось бы вернуться к старому плану с 4-часовой артподготовкой. Но расчет на внезапность полностью оправдался. Разведка налево. Остальные все направо. Бегут, бегут. Быстрее, быстрее, быстрее. Все! Сейчас начнется! Ну вот и с добрым утром. Заводи! Советского информбюро.
Передовые отряды незаметно обошли опорные пункты и военные городки противника. Часть японских гарнизонов схватили спящими в казармах. Они даже не успели занять свои места на позициях. Некоторые японские подразделения заняли огневые точки, но их блокировали и позднее уничтожили взрывчаткой и огнеметами. Просачиваясь в стыки между узлами сопротивления, передовые отряды за несколько часов продвинулись на 15-20 километров. Уже при свете дня в 8:00 началась операция главных сил 1-го Дальневосточного фронта. Бывший начальник штаба 3-й японской армии признавал: наступление советских войск было настолько неожиданным, что штаб армии до полудня 9 августа не знал и не мог добиться никаких сведений о том, что творится на границе. Японское командование ожидало наступления Красной армии не раньше осени 1945 года. Генерал Ямада был настолько уверен, что никакой опасности нет, что 9 августа отсутствовал в своей ставке, уехав в Дайрен, Дальний. Наступление Забайкальского фронта началось вполне традиционно, на рассвете. Уникальным наступлением на этом направлении делала масса техники, собранная в одном месте. Танковая армия Кравченко насчитывала 75 тысяч человек, 6 тысяч автомашин, почти 800 танков и 200 самоходок. Вперед двинулись как новейшие Т-34-85 и американские «Шерманы», так и старенькие БТ-5 и Т-26, всю войну простоявшие на Дальнем Востоке. Круша мелкие японские отряды, армия за день прошла 110-120 километров. Одновременно последовал вспомогательный удар вдоль китайско-восточной железной дороги. Первые известия о советском наступлении не вызвали смены курса японского руководства. Верховный главнокомандующий вооруженными силами страны отдал Квантунской группировке приказ вести упорную оборону в районах, фактически занимаемых японскими войсками, и готовить военные операции большого масштаба. Но плохие для Японии новости следовали одна за другой. 8 августа последствия взрыва атомной бомбы в Хиросиме изучала комиссия японского правительства. А 9 августа, в тот же день, когда советские войска начали свое наступление, американцы сбросили вторую атомную бомбу на город Нагасаки. Обещанные союзниками сокрушающие удары произвели шокирующее впечатление. На заседании Высшего военного совета премьер-министр Судзуки заявил: «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны. Не следует ли нам немедленно принять условия Потсдамской декларации?» Вечером совещание продолжилось в присутствии императора. Оно шло всю ночь и закончилось только в 10 утра 10 августа. Правительство решило принять условия Потсдамской декларации, если союзники согласятся не включать в нее пункта о лишении императора суверенных прав. Союзники отклонили это предложение, требуя безоговорочной капитуляции. 12 августа Токийское радио передало сообщение. Императорские армии и флот, выполняя высочайший приказ, повсеместно перешли к активным боевым действиям. Внушительное бетонное сооружение огрызалось огнем. Советские пехотинцы, отработавшие технику штурма до мелочей, подбирались к вражескому доту. В направлении амбразуры полетели 4 бутылки с зажигательной смесью и 2 противотанковые гранаты. Зарядом взрывчатки штурмовики подорвали бронированную дверь. 250 килограмм тротила превратили бетонную махину в груду развалин. Давай, саперов, будет и полная, безоговорочная.
Подрыв дотов стал обязательной процедурой после того, как они несколько раз оживали после штурмов. Спрятавшиеся в закоулках подземелья японцы снова занимали места у амбразур и обстреливали тыловые колонны. Эти сооружения расстреливались и артиллерией с прямой наводки. Опытные саперы, воевавшие в Германии, отмечали отсутствие у японцев развитых минных полей. Минные заграждения дотов ставились бессистемно и не создавали серьезных препятствий для советских танков и пехоты. Наступавшие вдоль КВЖД войска встретили упорное сопротивление врага в сооружениях Хайларского укрепленного района. На блокирование и уничтожение противника ушло несколько дней. Приходилось использовать и дальнюю авиацию. Летчик Николай Белоусов. Цель представляла собой укрепленный район размером 800 на 800 метров, окруженный нашими войсками. Мне, ведущему, нужно было обозначить центр цели. Для этого мне подвесили 1000-килограммовую бомбу. За мной шла вся дивизия, 81 самолет. Это 120 тонн бомб. Я первый, два права. Так держать. Курс захода на цель 90. Курс отхода от цели 5. Понял тебя. Иду следом. Сбросили точно. Ни одной бомбы не вышло за границу этого района. Через два часа японцы выбросили белые флаги. Тем временем, 11 августа, начался штурм Катонского укрепрайона, разделявшего северную и южную части острова Сахалин. Началась южно-сахалинская наступательная операция. Некоторые узлы обороны просто обходили и окружали, а штурмовали их вторые эшелоны. К 14 августа Первый Дальневосточный фронт продвинулся с боями на 120-150 километров. Надежды японского командования задержать наступление и нанести большие потери частям Красной армии в приграничных укрепрайонах не оправдались. Танковая армия Кравченко вышла на подступы к горам Большого Хингана уже 10 августа, потеряв из-за поломок практически все БТ и Т-26. Танки буквально ползли через хребет по старым караванным путям. Там, где дороги превращались в узкие тропы, проезжую часть расширяли взрывчаткой. Герой Советского Союза Дмитрий Лоза. На перевале стояли два сцепленных друг с другом танковых тягача. Головной с лебедкой рабочий, второй выполнял роль якоря, удерживая связку из двух танков на месте. Когда танк достигал вершины перевала, к его корме цеплялся конец стального троса лебедки. Танк на первой передаче начинал движение вниз. За ним медленно разматывался натянутый прочный поводок. При такой надежной подстраховке исключался срыв машины на спуске. К исходу 12 августа горный хребет остался позади. Задачу, на которую отводилось 5 дней, решили на сутки раньше. Один из оставшихся танков БТ по указанию генерала Федора Каткова установили на перевале Цаган-Дабо, а на его башне автогеном сделали надпись. Здесь прошли советские танки в 1945 году. Танкисты вышли на равнину, и в воздухе появились японские самолеты. Они атаковали колонны, а иногда даже пикировали на танки, пытаясь уничтожить их тараном. За двое суток только на 5-й гвардейский танковый корпус они совершили 12 налетов. 9 пилотов-смертников спикировали на советские танки. Все они разбились, не причинив бронированным машинам никакого вреда. Движение по размытым дождями дорогам приводило к быстрому расходу горючего. Танкисты Кравченко упредили противника, но теперь стояли без топлива. Для его доставки задействовали две военно-транспортные дивизии 12-й воздушной армии. Самолеты ежедневно совершали 160-170 вылетов, доставив 940 тонн горюче-смазочных материалов, но этого количества явно не хватало. Эшелон двигался к станции на всех парах. На его платформах
стояли тяжелые японские орудия, которые даже не успели прикрыть чехлами. Лупи прямо по паровозу, фугасным. Быстро чешет. Какое упреждение? Два корпуса, заряжай! Отряд 1-й краснознаменной армии у станции Хуалинь расстреливал пытавшиеся пройти через нее эшелоны. За одну ночь и утро 13 августа советский передовой отряд разгромил 4 японских состава. Поезда с войсками спешили на выручку гарнизона города Муданьцзян. Этот узел дорог и сильный опорный пункт японцев запирал выход из Приморья в центральную Маньчжурию. На подступах к нему японцы возвели железобетонные доты, вырыли противотанковые рвы. Преградой на пути советских войск стала река. Мосты японцы успели взорвать, что делало ситуацию почти безвыходной. Понтонные парки для создания переправ находились позади, в пробках, образовавшихся на горных дорогах. Для обороны Муданьцзяна японское командование стянуло крупные силы пехоты со всех направлений. Гарнизон непрерывно усиливался. Бои на этом направлении обещали быть тяжелыми и кровопролитными. Как вдруг 14 августа руководство Японии приняло решение о капитуляции. Ее правительство сообщило представителям США, Советского Союза, Великобритании и Китая, что император Хирохита издал рескрипт о принятии Японии условий Потсдамской декларации. По стране прокатилась волна самоубийств высших военных и гражданских чиновников. 15 августа покончил с собой военный министр Анами. Его примеру последовал бывший премьер-министр Каноэ, министры Кизуми и Хасида. Казалось, что мир уже близок. Но войска Квантунской группировки никаких указаний о капитуляции не получили. Вечером 14 августа Ямада получил лишь телеграфный приказ генерального штаба. Знамена, портреты императора, императорские указы и важные секретные документы немедленно сжечь. Бои продолжались с прежним ожесточением. Среди обилия трофейных мин советским саперам Забайкальского фронта в глаза бросались новенькие деревянные ящики кубической формы. У них было две ручки по бокам и два отверстия для взрывателей. Внутри от 6 до 10 килограммов взрывчатки. Назначение необычных зарядов вскоре прояснилось. Они служили оружием смертников. Шнур от взрывателя прикреплялся к ремню или пуговице. Смертник дергал мину от себя, взрыватель срабатывал, и оставалось только прыгнуть под танк. Однако ни одного случая применения таких мин не зафиксировано. Некоторое количество мин в снаряженном состоянии саперы нашли в окопах и в кюветах дорог. Солдаты предпочитали бросать мины и сдаваться в плен. Иначе складывалась ситуация на востоке Маньчжурии, где наступал первый дальневосточный фронт. Здесь смертники стали постоянной опасностью для советских войск. Под Муданьцзяном действовал специальный отряд под командованием офицера Кобаяси численностью 1700 человек. Его бросили в бой в надежде выиграть время на подтягивание резервов. Генерал Белобородов вспоминал. Из замаскированных лисьих нор выбирались солдаты в зеленоватых френчах и бежали к танкам. Десантники били по ним в упор из автоматов, бросали гранаты. Смертников косили очереди танковых пулеметов. Но из нор, узких щелей и за бугров появлялись все новые, бросаясь под танки. За несколько дней боев от отряда Кобаяси осталось менее 100 человек. К исходу 15 августа на ближние подступы к Муданьцзяну вышли войска советской 5-й армии. Ее подразделения захватили неповрежденные мосты в нескольких километрах к югу от Муданьцзяна. Японцы рассчитывали их использовать для подтягивания свежих сил и поэтому не взорвали. Переправа советских войск решила судьбу японского гарнизона. А 16 августа советский генеральный штаб опубликовал разъяснение. Сделанное японским императором 14 августа сообщение о капитуляции Японии является только общей декларацией о безоговорочной капитуляции.
Приказ вооруженным силам о прекращении боевых действий не отдан, и японские войска продолжают сопротивление. Следовательно, действительной капитуляции Японии еще нет. Японский самолет вел себя необычно. Он летел подчеркнуто медленно и, приблизившись к советским позициям, покачал крыльями. Активность японской авиации оставалась низкой, и советские зенитчики не стали стрелять по неожиданному гостю. Сапогин назад! Вымпел это! Здесь и записка от их императора! Это было сообщение штаба Квантунской группировки о решении прекратить военные действия. Оно не стало новостью для Василевского. Несколькими часами ранее по радио к советскому командованию обратился генерал Ямада. Он сообщал, что отдал японским войскам приказ немедленно прекратить военные действия и сдать оружие. Некоторые японские части начали сдаваться в плен. Среди прочих капитулировал и гарнизон Хайларского укрепрайона, защищавшего китайско-восточную железную дорогу. Однако на ряде направлений ожесточенные бои все еще продолжались. Василевский ответил Ямада ультиматумом. Предлагаю командующему войсками Квантунской группировки с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые действия против советских войск на всем фронте, сложить оружие и сдаться в плен. Из-за сильных дождей единственным маршрутом для наступления 6-й гвардейской танковой армии стала железная дорога. Двухдневный марш по шпалам превратился в тяжелейшее испытание для техники и людей. Любая поломка приводила к остановке всей колонны. Что стоим? Все! Баста! Движок стал! Я же говорил за потеху! Не потянет он по этой пылище! Давай за борт! Некогда тут! Порой танки просто сталкивались с насыпи, чтобы они не мешали движению. Кроме того, армии Кравченко по-прежнему не хватало горючего. Из 200 танков 5-го гвардейского танкового корпуса двигались всего около 70. Тогда последовал приказ Василевского. Для немедленного захвата городов Чанчунь, Мукден, Гирин и Харбин перейти к действиям специально сформированных, подвижных и хорошо оснащенных отрядов. Командование приняло решение высадить в ключевых пунктах воздушные десанты для захвата важных военных объектов и приема капитуляции гарнизонов. Первый такой отряд вылетел в Харбин. В полдень 19 августа 7 самолетов Ли-2 со 175 бойцами и командирами под командованием подполковника Дмитрия Круцких вылетели на Гирин. Десант прикрывали 4 истребителя и 3 бомбардировщика Пе-2. Японское командование официально предупредили о высадке. На посадку уже шел второй самолет, когда отряд японцев вдруг открыл огонь по бойцам, находившимся на земле. Дмитрий Круцких. Я стоял у колеса самолета, когда японцы открыли огонь. Осколками мины меня легко ранило в лицо. Я повел десантников в атаку. Захватили 8 пулеметов «Гочкис», 40 пленных, в том числе 2 офицеров, и нарубили там. Честно говоря, пленных старались не брать. Злые были до предела. Договорились, а они стреляют. На Забайкальском фронте десантные отряды набирали из мотострелков танковой армии Кравченко. В Мукден и Чанчунь 19 августа направили по 200 человек. Истребители блокировали японские аэродромы, а транспортные самолеты высаживали солдат. На следующий день в Мукден вошел передовой танковый отряд. 19 августа началась обвальная капитуляция армии Квантунской группировки. Основным видом действий советских войск стали десанты и броски передовых отрядов. 20 августа высадился десант в порту Маока на юге Сахалина. 25 августа боевые действия на острове закончились. В плен сдались 18 тысяч японских солдат и офицеров.
Чтобы ускорить капитуляцию квантунской группировки и предотвратить разрушение японцами важных объектов, части танковой армии Кравченко 22 августа погрузили в железнодорожные эшелоны и отправились в направлении Порт-Артура и Дальнего. В тот же день там высадились десантники, которые сорвали попытку американцев высадиться в Порт-Артуре. Некоторые части капитулировали лишь после прибытия делегаций и штаба японской армии в сопровождении советских офицеров. Только 6-я гвардейская танковая армия Кравченко взяла в плен и разоружила 125 тысяч человек, в том числе 27 генералов, потеряв лишь 20 человек убитыми. Всего советским войскам сдались 640 тысяч офицеров и солдат, в том числе 148 японских генералов. Потери квантунской группировки убитыми оцениваются в 70-80 тысяч человек. Тяжелый снаряд ушел в темное жерло казенника. Матрос уступил место своему товарищу, который отправил вслед за снарядом гильзу с зарядом. Береговая батарея на мысе «Лопатка» выпускала снаряд за снарядом в направлении едва видимого на горизонте острова. Батарея 130-миллиметровых морских орудий на южной оконечности Камчатки била по занятому японцами острову Шумшу. Японцы не догадывались, что на этот раз это не рутинный обстрел, а артиллерийская подготовка десанта. Справка. Согласно договоренностям с союзниками, СССР соглашался на войну с Японией на условиях получения взамен островов Курильской гряды, Южного Сахалина, а также на оккупацию Хоккайдо. Однако 15 августа, в день объявления рескрипта императора о капитуляции Японии, стало известно, что планы союзников изменились. Командующий американскими войсками на Тихом океане генерал Дуглас МакАртур получил приказ не допустить захвата островов советскими войсками. Теперь свое право на Курильские острова предстояло отстоять с помощью оружия. В ночь на 15 августа Василевский отдал распоряжение провести операцию по овладению Курильскими островами. Утром 15 августа 1945 года командующий Камчатским оборонительным районом получил приказ о подготовке десанта на острова Шумшу, Парамушир и Аникатан. Ядром десантных сил стали подразделения 101-й стрелковой дивизии генерал-майора Дьякова. С зимы 1945 года части дивизии постоянно проводили учения. Отрабатывалась высадка на берег и штурм линии обороны, включая захват и уничтожение дотов. В состав десанта вошли пограничники и отряд морской пехоты. 10 тысяч человек погрузились на корабли вместе с техникой всего за 32 часа. Благодаря такой оперативности японцы вплоть до высадки даже не подозревали о десанте. Основной целью стал Шумшу, ближайший к Камчатке остров Курильской гряды. Большую часть времени он закрыт густыми облаками, и полноценных разведданных о противнике не имелось. Японцы возвели здесь мощную линию обороны с дотами, окопами и подземными сооружениями, защищавшими военно-морскую базу Катаока, ныне Байково. Северо-восточную оконечность Шумшу обороняли несколько дотов и зенитная батарея, расположенная на советском танкере «Мариуполь», севшем на мель в 1943 году. Гарнизон имел 8,5 тысяч человек во главе с генералом Фусаки. Местом высадки выбрали пляж южнее мыса Кокутан-Саки, ныне Курбатова, на северо-востоке Шумшу. Считалось, что взять штурмом укрепленную базу Катаока не удастся. К ней предполагалось выйти по суше. Это решение было довольно рискованным. В случае опасности на Шумшу соседнего острова Парамушир японцы могли перебросить дополнительные подразделения и 16 танков-амфибий, увеличив группировку до 23 тысяч человек. Советский десант вдвое меньше по численности попросту сбросили бы в море или уничтожили. 17 августа в 4 часа утра 42 корабля вышли из Петропавловска-Камчатского, погрузившись в густой туман. Путь до острова занимал почти сутки. Радиопереговоры запретили. Корабли обменивались приказами и донесениями только прожекторами и флажным семафором.
18 августа в 2 часа ночи десант подошел к месту сосредоточения южнее мыса Лопатки. Было время отлива, что сильно осложнило высадку на Шумшу. До берега 150-200 метров, глубина 1,5-2 метра, температура воды всего плюс 4 градуса. Мешало и сильное боковое течение. Регулярные обстрелы острова с мыса Лопатки снизили бдительность японцев, и высадку передового отряда они пропустили. Десант обнаружили лишь через час, когда он проник вглубь острова на 2,5 километра. Японские батареи открыли огонь, но было поздно. Советская корабельная артиллерия подожгла маяк, и густой дым стал прекрасным ориентиром для остальных кораблей отряда. Следующая волна десанта высаживалась прямо в море, добираясь до берега вплавь. Несколько сотен человек унесло сильным течением в Охотское море, но главные силы десанта добрались до берега. Остров закрыли облака, и авиация не могла поддержать десантников. Им приходилось надеяться только на себя. Японским танкам десант мог противопоставить лишь противотанковые ружья. Справа за скалой! ПТРД. Противотанковое ружье системы Дегтярева. Предназначалось для борьбы со средними и легкими танками и бронемашинами на расстоянии до 500 метров. С расстояния 300 метров пробивало 35-миллиметровую броню. Ружье позволяло вести огонь по дотам и огневым точкам, прикрытым броней, на расстояние до 800 метров. Противотанковые ружья нашли широкое применение на фронте. С появлением новой немецкой техники их эффективность уменьшилась, но против легких японских танков они стали самым ценным оружием десанта. 7 танков уничтожили противотанковыми гранатами. Особо отличился старшина Петр Бабич, уничтоживший 2 вражеские машины. Японские танки развернули боевые порядки, подставив борта под огонь противотанковых ружей. Их уничтожили за считанные минуты. Лишь одной машине удалось уйти из боя. Затем начался методичный штурм дотов. Чаша весов стала клониться на сторону советского десанта. Через сутки вступила в бой выгруженная с кораблей артиллерия. К этому времени прибыли японские парламентеры, которые начали переговоры о прекращении огня. На следующее утро корабли десанта вошли во второй Курильский пролив. Береговые батареи японцев открыли по ним огонь, но ответным огнем их уничтожили. Советские самолеты совершили налет на военно-морскую базу Катаока, а части 101-й стрелковой дивизии с боями продвинулись вглубь острова на 3 километра и начали подготовку к штурму южной части Шумшу. Это подействовало на японцев отрезвляюще. На следующий день генерал Фусаки объявил о прекращении боевых действий. С утра 22 августа гарнизон острова начал складывать оружие. Окончание боев за Курильские острова совпало с принятием Японии акта о капитуляции. 25 августа сдался гарнизон острова Онекотан, затем Мацуба, ныне Матуа, где находились военно-морская база и аэродром. Последние гарнизоны разоружились 7 сентября. Высадка советских войск на остров Хоккайдо, оговоренная Ялтинским соглашением, была отменена Сталиным. Захват острова перестал быть средством принуждения Японии к капитуляции, но мог привести к тяжелым потерям. Но согласно условиям Ялтинской конференции, к Советскому Союзу присоединились островные территории, захваченные Японией у России, Южного Сахалина и Курильских островов. За считанные дни советские войска полностью заняли Курильские острова. Когда генерал Фусаки на допросе узнал, что его 25-тысячный гарнизон разгромлен отрядом из 9 тысяч бойцов Красной Армии, с ним случилась истерика. В ходе операции погибло 674 советских солдата. Без вести пропало 397 человек. В последнее время нередко можно слышать, что эти жертвы были напрасными, а число погибших раздули до 5 тысяч человек.
Людям, которые это заявляют, стоит задуматься о том, что без десантной операции острова оказались бы полностью оккупированы американцами со всеми вытекающими последствиями. 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии. С советской стороны по поручению Верховного Главнокомандующего его подписывал генерал Деревянко. Наша страна словом и делом доказала свое право на участие в этой церемонии. Поражение миллионной квантунской группировки в Маньчжурии делало сопротивление Японии бессмысленным. Между союзниками уже проскользнул первый холодок недоверия. Вскоре недавних братьев по оружию разделит на два лагеря холодная война. А всего через 5 лет советские и американские летчики встретятся в небе Кореи уже как противники. А пока мир праздновал победу. Завершилась величайшая из войн в истории, в которой участвовало 62 государства из 73 существовавших на тот момент суверенных государств. Боевые действия велись на территории 3 континентов и в водах 4 океанов. Завершилась война, стоившая жизней более 70 миллионов человек. Солдаты возвращались домой. Они верили, что эта война была последней, самой последней. Им казалось, что иначе и быть не может.